А мне летать, а мне летать охота. Без взрослых будет полная свобода. Это так круто! Что это ты делаешь, пузырь? Не на это я надеялся. Такую розовую слизь. Тогда тебе нужно объединиться с писателем. Возможно, но я не знаю, кто этим занимается. Не переживай, наверняка кто-то ищет себе художника. Можно красную? Ой, да ладно. Можно красную? Видел твои рисунки на сайте школы, но оригиналы гораздо лучше. Движения, выражения, их позы, они такие... Спасибо, мне приятно. Подожди! Марк! Дневник? Леди Баг? Злолюстратор, я твой друг и покровитель искусств. Я окажу тебе поддержку, но, как ты догадываешься, недаром. Москва, спаленная пожаром, французу отдана. Альберт, Фил, сигнал. К вашим услугам, месье. Это тебе. Жопа в небесах. Тричком, пацанчики. Ну, Леди Баг, что скажешь, если мы сегодня вечером, например, поужинаем на одной крыше? Поужинаем? Как супергерои? Точнее, неужели будет лишним узнать друг друга? И... Ну, да, ведь мы тусим только... Было очень вкусно, милый. Ну, а на десерт? Вуаля! Ух ты! О, нет, спасибо. Но это же твой любимый. Что, не боитесь конца света? Откроем ему секрет. Иди, слушай сюда. Мы очень, очень тупые. Я из дома, лечь на землю, лицо вниз. Эти бабочки не мои, клянусь, меня подставили. С этой чушью про чистое сердце. Слышь, ты с копы трухнула? Что? Чушью? Здорово начинать день с добрых слов, сказанных друг другу. Вот кто будет защищать Париж. Как ты обрела силы? Тебя ужалила радиоактивная мошка? О, у меня столько вопросов, мадемуазель... Леди Баг. Но ты можешь называть меня девочкой мечты. Я пошутила! Это нечто! Его покажут только один раз. Сегодня, в этом кинотеатре. Я не могу сказать об этом отцу, поэтому решил ускользнуть незаметно. Хм.
начинается. Смотрите черно-белый канал скучных фильмов для старушек. Нет! Я никогда не говорил бла-бла-бла. Бла-бла-бла. Говорю только когда говорю, что не говорю. Бла-бла-бла. Ну ладно, замяли. Можешь говорить. Бла-бла-бла. Это ты научила. Я все перепробовал. Воду из фонтана смеха, растопленный снег с горы покаяния, экстракт чистого шоколада. А вы пробовали настоящую слезу радости? Что? Давайте. Ты как, в норме? Продолжение следует.